Эй, йога, и солнышки, мы продолжаем пройти тир под названием Quest Hunter. Так, в прошлой серии мы нашли кузнеца, мы нашли плотника, мы построили домик для волшебника. Чем так? Хорошие новости, я тебе дом построил. Растрогал ты старика. Новый дом, дом даже лучше старого. Давно хотел переехать, но все повода не было. В знак благодарности я тебе зелье варить буду. Приноси цветы красного дурмана. Котлу возле дома, и получишь лечебные зелья. И где искать этот красный дурман? А найти его непросто, но возможно. Отмечу на карте пещеру гоблинов. Там еще много раз растет. Будь осторожен, гоблины любят его в суп добавлять, хе-хе. Ну что, в принципе, давайте смотреть. Я сейчас сложу все, что мне не нужно, в сундучок. И, в принципе, мы можем отправляться, да? Думаю, да-да-да. Да-да-да, побежали. Да. Что? Что? Блин, это у нас, получается, четвертая уже серия подряд идет. Лагерь гоблинов, подземелье. Она рандомная, давайте попробуем типа в рандомное место сходить. Случайная встреча перед тем, как войти просто в эту подземку. Там немножечко оставалось. Нечисть окружает. Но она по одному дамажит. Ну, фигня в том, что она дамажит. Это тоже плохо. Не хочу я зря урон получать. Я его как-то убил, окей. О, блин! Монатин меня напугал. Идиот. Что это могу? А, вот это нужно прокачать. Был холод, заморожит врага вокруг героя на 3 секунды. Гениально. Хоть немного нужно восстановиться. Что же я тут найду? Ну, смотрите, здесь хотя бы этих можно их не убивать. То есть щит, отступ назад и атака. Вот с каменным так не сделаешь. Каменный сильный. Каменным такой не провернешь. Видите, мне немножко необходимо было, чтобы дойти. Так, что улучшить у торговца. Но замечу, там было сказано, что оно рандомится. Сразу нужно узнать радиус использования. Вау, вау, вау.
Вот это нежданчик. Видите, я его типа сразу сломал. Ну, на 3 секунды, в принципе, замражит. Нужно об этом тоже не забывать. В бочках что-то ценное можно найти. Мне интересно, куда я вообще хотя бы иду? Или я просто... Лишь бы идти. Я думаю, если будут сильные враги, лучше сразу использовать. Лучше сразу использовать способность. Я сохранился на всякий случай. Интересно, это этажовый зал, типа, или просто? Блин, я не посмотрел, а тут сундуки есть? Ай-яй. Персонажи. Попрошайка. Умный, хитрый, умеет находить выходы из сложных ситуаций. Оказывается, всегда в нужном месте в нужное время. Имеет слабость к спиртному и байкам костра. Характер скрытый. Гробовщик. Весьма опасный тип. Никогда не смотри в глаза и всегда старается быть ближе, чтобы прикинуть размер гроба. На всякий случай. Характер скрытый. Самогонщик. Ленив, хитер, трусоват. Имеет тонкий нюх на спиртное. Потомственный предприниматель менялом. Характер отсутствует. Железный лоб. Кромен, добр, правдив. Лучший солдат, так и не нашедший признания. Без возможного любви своего брата. Характер очень мягкий. Пленник. Труслив, но очень любознательный. От этого и страдает. Всегда оказывается не в том месте, не в то время. Характер мягкий. Леди. Хороший, веселый человек, обожает единорогов, часто мечтает о них и хочет, чтобы ее мечты сбылись. Если не повезет с единорогом, то принцесса тоже сгодится. Характер общительный. Я еще такой не находил. Быстро рук. Простуден, наивен, исполнитель. Искусно владеет топором, чем больше топор, тем искусственно владеет. Несет груз тяжелого прошлого, о котором предпочитает не вспоминать. Характер мягкий, общительный. Тошнов потерял. Глашатый. Харизматичный и громкоголосый. Бывшая звезда малой сцены. Обладает яркой баритона. Обладатель яркой баритоны. Нашел себе на службе у короля. Характер общительный. Рыжий ус. Солидный, рассудительный, не лишен изобретательности. В прошлом дантист, разочаровавший в медицине, предпочитает словам дело. Характер нордический, волевой. Гоп-стоп. Жаден, ради нее готов на все. Промышляет грабежом и мелким разбоем. В основном время обижает слабых. Характер мерзкий, агрессивный. Скорее всего, если бы мы с ним сразились, он бы нам взамен дал бы этот, как он называется, карту. Чтобы мы его типа не убивали, отпустили. А давайте, выходя с подземелья, я посмотрю, сколько вообще... Есть ли тут сундуки. Все равно я в ту сторону иду, куда надо. Как раз и узнаю. Сейчас влево, если что, пойдем. И тут... Нет. Здесь нету того, о чем я думал. Блин, надо все равно как-то сбалансировать рюкзак, потому что места мало.
Хочешь, не хочешь, а места мало. Ну мне туда надо, там камень, там что-то можно использовать. Там сундук есть. У меня есть все камни, чтобы сделать. Но мне нужен 9 уровень, а это... А, нихера себе. Да, тогда я могу улучшать на 4 секунды. Да, это полезная вещь. Я считаю. Так, восстановить хпшку надо. Надо восстановить хп. На удивление, здесь много всего можно найти. Дэвидса я не хочу попусту, хотя кожа у меня уже есть на новый сейф. И жалко, что здесь просто окошки мини-карты нету. Так, ну тут только грибы будут противники. Тут ящерка. Яблочко дают. Ой, там дальше большая локация. Ай-яй, нужно было защититься. Ладно, яблоки хотя бы дают. Мы идем все еще левее. Слишком умные головоломки. Слишком умные головоломки. То есть за такие... Ой, а там будет... Я мог упасть. Вот это вот нежданно. Вот с этим нужно быть осторожней. Хрень в том, что щит использовался, но... От кого есть? О, ну да. Ну да. Гы-гы. Я еще и ключ потерял. Гы-гы и ключ минус. Хотя я должен был сохраниться, нет? Да. Торе, придется тебя еще немножко побегать. Фу-фу-фу. Вот
Ху-ху-ху. Это плохо. В принципе, с другой стороны нормально, я могу отхиливаться от этих. Теперь врага я просто могу заморозить, да и все, и не мучаться с ним. Дроп можно собирать с ящиков. Кстати, я теперь буду очень много всего зарабатывать. Засейвиться, что ли, здесь? Хотя я скоро левелап еще получу. Ладно, засейвлюсь на всякий случай. Плюс здесь можно монетки получить, как-никак. Особенно убивая этих мелких, можно больше получить. Странно, что они не напали. А, вот зачем серебряный ключик, ну там. Давай. Посмотрим, до куда я дойду. В чем там подвох? Сейчас вещи попадают в яму, да? Нет, не попадали. Так, одно свободное место осталось. Вот зараза, еще и ударил меня. Да, можно много пофармиться на... Да, ёлки-палки. Пофармиться по вещам. Да и по золоту можно нормально так подняться. Мне интересно, что вообще здесь еще в подземелье. Это пустота. Мне кажется, нужно будет потом дерево мне собирать, потому что дерево у меня в основном тратится. Давайте в левую сторону. Что слева у меня? Слева ничего, что справа у меня? Там тоже ничего. Ну, идем назад. И влево. Хотя справа уже видно сундук. И справа видно выход. Одной хпшки наносит. О, это считай мне 40 монет сейчас выпало. Ну смотрите, с них тоже довольно неплохо падает. Типа можно ждать откат первый, да и все. Плюс за это дают за каждого мне опыт.
не будем забывать. И мясо, и перья дают. Вы сами видите. Мне даже выгодно просто использовать хилки. Шкуру дают. Да, типа, здесь постоянно эти появляются. И не страшно. Я сейчас сделаю вот так. И все. Подбегаю, замораживаю. Использую. Раз, два. Готово. Плюс еще яблоко. Готово. Первый скилл. Бежим. Никого нету. Уходим. Если что, заморозка. Здесь лучше подождать. Ой, ударил меня. Второй скилл. Готово. Отхил. За каждого дают по два опыта. Да их много, это тоже неплохо. Все. Мы с вами здесь полностью исследуем. А нет, сюда мы не сходили. Сюда мы не сходили, да? Вот по факту... О, нужно за хпшкой смотреть. Так, я думаю, нужно отсюда немножко идти, потому что... Хотя иначе я сюда... Я по-другому сюда не мог попасть. Бесите. А он меня через броню ударил. Пилимся. Бац, 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 бац. Ой, сразу новый уровень. Мы уходим в деф с вами. Вот меня вообще не пробивали. Нифига меня трогать. Я вообще хочу прокачать так, чтобы они даже урона не могли нанести. Понимаете, сколько я уже добра насобирал? Сколько я добра насобирал? Ау. Ау. Тихо, тихо, тихо. Сейчас кое-кто мог отлететь.
Но сейчас кто-то бы на самом деле мог и отлететь. За плохой поступок. Ну, в принципе, все. Погнали на выход или стоп, нет, тут еще есть куда-то. Еще сюда есть проход. Ой, боже, надоели мне уже эти проходы ваши. Ладно, забираем и уходим. На выход. Золото. Найс. Вот это настоящее уже приключение пошли, только, конечно, это просто локейшн. А нахера мне тогда ткани? Странно. Так, нам бежать в левую сторону, да, получается, к выходу? В чем подвох? А, вижу подвох. Ну слушайте, с него падает два железа, в принципе. Что там еще? Алмаз с него упал. Неплохо на самом деле. Уровень, конечно, медленно набирается, но ладно. Это уже придирки. И побезопасней, да? Типа выбирать сундук. Давай. Этот. Ну тогда банка полностью восстанавливает. Это, наверное, с дропом. Ну нет. Ну слушайте, я мог. Вот это вот плохо. Бы выкинуть. Так. Хотя такой же предмет. Но я могу его потом продать, как бы. Давай я пока что выкину плюх. Хорошо, вкачаю защиту. Чтобы освободить немножечко места. Забираем капелюх и уходим. Смотрите, сколько всего нас собирал. Хотя, если посмотреть, не много уж. Не так уж много. Мяса много, да. И подземелье, по идее, каждый раз обновляется, потому что там кубики, а это значит рандомные. Да. Рандомные подземелья. Я могу, в принципе, в соло потом просто походить по этим подземельям и нафармить себе ключиков. Тайник. Два тайника можно найти. Лум-лум. Два тайника, блять, и места нету. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Зачем ты подбираешь? Я же выкинул предмет. О, зелья, это хорошо, потому что они довольно дорогие. Лучше мне их не это выпало. Как она называется? Дубинка. Рюкзак полон. Ладно. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Забираем шляпу. В смысле, ни одного секрета не нашел. Единственный минус, который я могу сказать, это то, что постоянно нужно искать что-то. Ну, типа, да, только лопата для меня помощник. В принципе, все. Тут? Нет. Тут? Дело в том, что оно может быть в рандомном. Ну, здесь оно может быть где-то. Тут херня в том, что нужно бегать. Это время. О чем я говорил? Оно может быть где угодно. Но в основном под камнем, да? А, короче, давайте я сейчас посмотрю. Походу еще нужно один предмет. Да, еще один секрет. В принципе, на этом, я думаю, закончим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и всем пока!